Для приготовления следующего блюда нам понадобятся булочки для бургера, прекрасная котлета, которая сделана из местной говядины Херрифорд, кусочек бекона, кусочек сыра чеддер, совсем немного лукового мармелада, свежая помидорка, лук, лист салата, масло, барбекю-соус и, конечно же, приправы. Мы будем готовить на гриле. Наш гамада готов. Котлетка готова. Что я делаю? Я выкладываю ее на решетку. Оставлю ненадолго на открытом огне. И сразу же выкладываю бекон и булочки. Итак, вы видите шикарную золотистую корочку. Булочки готовы к рэпчику. И в это же время, это время для масла. Надо быть быстрым, не жалейте масла. Это величайший секрет французской кухни. Много масла. Переворачиваем наш бекон. Булочки снимаем. Подготовка очень важна, вы должны быть готовы к чему угодно. И, конечно же, работайте в чистоте. Итак, котлетка готова. Мы ее перевернем и положим сверху бекон с сыром. Бекон уже хрустящий. Переворачиваем котлету. Посмотрите, как хорошо она выглядит. Кладем бекон сверху. И прикроем все это дело сыром. Опять закрываем крышку. Одна минута, и все будет готово. Главный секрет успеха – готовить с правильным мясом высочайшего качества. И наше мясо никогда не было заморожено. Вот она основа результата. Сейчас все будет. Конечно, вы можете одновременно готовить картошечку или любой другой гарнир, который вам нравится. Но следующий шаг после масла. Масло растаяло и впиталось. Я добавляю барбекю соус на наши булочки. Вы можете поразвлекаться с этим. Я люблю брызгать соусом. После чего я сразу добавляю немного лукового мармелада на нижнюю булочку. Этот замечательный сладкий вкус придаст мясу еще больше ноток. Вернемся к делу. Посмотрите, я закрываю шибер сверху, я закрываю поддув снизу. И я знаю по факту, когда мы сейчас откроем, подойди поближе, вы увидите прекрасную котлетку с сыром, растекшимся по ней. Няма-няма. И запах невероятный, невероятный запах. Итак, мы готовы снять это и положить на наш бургер. Итак, кладем сверху лист салата. Что мы тут забыли? Стоп. Огурчики малосольные, быстренько забыл. Забил малосольные огурчики. Огурчики малосольные, ага. Потом я добавляю немного красного лука. Я люблю хрустящий красный лук. И потом помидорка. Помидорки любят приправки. Немного соли сверху и перца. Соль и перец – величайший секрет в готовке. И вуаля! Презентация блюда также очень важна. Положим бургер в бумажный конвертик, чтобы было удобнее его есть. Или воткните в него нож, чтобы не разваливался. Посмотрите, как хорошечно у нас получилось. Ща будет рэпчик. Ну что, теперь я буду пробовать этот невероятный бургер, который приготовил наш шеф Денис Иванков. Это действительно большой, большой бургер. Вы можете оценить его размерчик. Сделаем это. Поверьте мне, это очень вкусно. Барбекю соус просто невероятен. Я съел много бургеров в своей жизни. И этот бургер действительно шикарный бургер. Он очень большой, вкусный. Биг Тейсти, но не как Биг Тейсти в Макдональдсе. Он очень сочный, луковый мармелад очень в тему. Как вкуснее стейка.